талап етіледі. Мемлекет қызметші күні мемлекет басшысының жарлығымен 2013 жылы бекітіліп, Қазақстан Республикасының кәсіби мерекелер тізбесіне тиісті тармақ енгізілді. Осы жылы атаулы мерекеге орай мемлекет қызметшілері арасында конкурс жарияланған. Байқау жеңімпаздары елбасы атынан алғыс хаттар мен марапат белгілеріне ие болды. Айта кетейік, конкурсқа қатысушылардың ең үлкені 62 жаста болса, ең жас қатысушы 26 жаста. Хабарымыздың соңында ауа райы туралы мәліметпен таныс болыңыздар. Қазгидромет орталығының хабарлауынша, ертең елордамыз Астанада күн құбылмалы, аздаған жаңбыр жауады. Ауа температурасы 27-29 градус шамасында жылы болады. Әзірге осы, жаңалықтармен таныстырған Сұңқарбек Батанұлы. Болашағымыз бірлікте. Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Кешенді міндеттердің бірі еңбек нарығын жаңғырту. Біздің ірі кәсіпорындар әкімдіктермен бірлесе отырып, тиісті жол карталарын әзірлеуі керек. Онда қысқартылатын жұмысшыларды қайта даярлау, оларды әрі қарай жұмыспен қамту үшін бірлесіп инвестиция салу жайы қарастырылуы қажет. Басы артық жұмыс күші бар өңірлерден басқа жерлерге, сондай-ақ ауылдардан қалаларға жұмыс күшін ұтымдылықпен тартуға қолдау көрсету керек. Үкімет жұмыспен қамту орталықтарын реформалап, барлық бос жұмыс орындары мен бүкіл елді мекендерде бірыңғай онлайн платформа қалыптастыруы қажет. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауынан. Each day is a gift. Today is the best time to start. Radio Astana. The best is for you. Астана радиосында жұлдызды сана хитшерінен шет қалмаңыздар. Думан Ырғалиев, Өмір Ғажап. Мирас Абдыкарымов, Келмес күндер. Мұратбек Хайролда, ұнадың маған. Нұрлыбек Закен, Арал. Оралхан Алтынбеков және Асия Нарымбетова, Жан жарым. Абылай Сарин, сағынбайсың ба? Темір Дулат және Ақпекеш, сезім. Тұрсын Шәкір, алыстап кетсең де. Дос және Асқарашын, Бурабайға кел. Бір-бірін екілі үштегені бірлік бөбіт
жүрді жастар жаныңда. Аялаған астанамыз бар құсы басында. Қазақстан, Қазақстан, барлықтарым қасында. Құрынтасқан Қазақстан, бақытымыз расында. Бағасын біл болып дейтасыма. Сен, 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 сен деп жатқанам. Жадырап жайна, мен, 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 мен де астанам. Бақытын тойна, сол, сол, сол. Информационно-аналитический портал «Стратегия-2050.кз» совместно с «Радио Астана» представляют проект «Дискуссионный клуб». Вопросы экономической, политической и социальной жизни страны. Каждую пятницу в 17:00 в прямом эфире «Радио Астана». Ведущие эксперты обсуждают самые актуальные вопросы. «Дискуссионный клуб» – площадка серьезных разговоров. Добрый вечер. А сейчас в эфире «Радио Астана» началась программа «Дискуссионный клуб «Стратегия». Поэтому передаю эфир коллеге и журналисту Евгению Кочетову. Евгений, вам слово. Спасибо огромное. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы действительно запускаем такой необычный формат. Формат «Дискуссионного клуба», в рамках которого мы будем разговаривать о тех вещах, которые беспокоят каждого казахстанца, которые касаются каждого казахстанца. Или же коснуться каждого казахстанца. И сегодня у нас такая достаточно интересная тема. Она как раз относится к категории тех тем, которая коснется каждого из нас. Причем коснется в самое ближайшее время. С 1 января 2018 года в нашей стране полномасштабно начнет работать система обязательного социально-медицинского страхования. И мы сегодня решили поговорить об этой щепетильной теме. Медицина – самая животрепещущая отрасль. Она касается каждого. И у нас для этого сегодня очень хороший круг спикеров, круг экспертов. Разрешите представить, сегодня здесь с нами будут отвечать на ваши вопросы, расскажут о том, что сулит нам социально-медицинское страхование, система как таковая. Божинусов Эрик Абенович, управляющий директор НАО Фонд социально-медицинского страхования. Омаров Кадыр Токтамысович, председатель совета директоров Национального научно-кардиохирургического центра, заместитель наблюдательного совета, доктор медицинских наук, профессор. И Жумажанова Дана Сериковна, координатор медицинского центра МИРИМ, достаточно известной нашей частной клинике. Коллеги, ну, наверное, я первый вопрос адресую к Эрику Абеновичу. Давайте вот, наверное, начнем с АЗОВ. Да? Многие, наверное, сейчас... знают, а многие не знают, что такое социально-медицинское страхование, с чем предстоит столкнуться. В чем уникальность, вообще надежность этого вида страхования? Почему мы, простые граждане, должны верить в то, что страховка будет работать безошибочно и адресно? Что вообще вы планируете предложить населению нашей страны? Добрый день, Евгений. Спасибо, что пригласили. Эти вопросы довольно актуальны и очень часто задаются, поэтому я бы сформулировал в двух словах основные наши постулаты, вкратце, чтобы объяснить, чтобы не затягивать время. Первый, наиболее часто задают этот вопрос, зачем это было нужно? Зачем это нужно вообще в целом внедрять социальную медицинскую страховку? Суть вопроса состоит в том, что
сейчас отечественное здравоохранение дошло до определенного уровня модернизации, когда в стране бурно начали развиваться высокие технологии, построены новые клиники, оснащенные современным оборудованием, создалась новая совершенно инфраструктура казахстанского здравоохранения. Для дальнейшего поступательного движения, которому нужны новый импульс, новые меры, которые позволили бы нам достичь в ближайшей перспективе уровня тех стран, куда мы стремимся. То есть это страны ниже 30-й тридцатки. И в этой связи самым главным вопросом, конечно, является это реформирование системы финансирования здравоохранения, чтобы сама система была финансово устойчивой и не зависела от колебаний мировой экономики, и не зависело от курса различных валют. И самым таким действенным механизмом в этой связи является, конечно, это система медицинского страхования. Что это означает? Ну, в первую очередь, чтобы обеспечить такую устойчивость системы здравоохранения в целом, по мнению экспертов ВОЗ, нужно, чтобы на систему здравоохранения выделялись финансовые средства не менее 7% от валового внутреннего продукта государства. На сегодняшний день данный объем финансовых средств в Казахстане составляет не более 3%. Поэтому для решения накопившихся годами комплекса проблем в системе здравоохранения нужно внедрить механизм, когда за само вопрос понятия здоровья отвечали, конечно, солидарно все участники данного рынка. Это в первую очередь государство, во-вторых, это работодатели, в-третьих, сам человек, сам гражданин, который участвует в этом процессе. И главным механизмом, действующим любого вида страхования, является это солидарная ответственность, то есть именно вот этих трех ступеней. Почему называется наша система, в отличие от других, если вы знаете, везде идет просто обязательное медицинское страхование. Нашим таким основополагающей буквой нашей системы является буква С, это социальное медицинское страхование. Почему социальное? Потому что более 10 миллионов человек, жителей нашей страны, это наиболее социально уязвимые группы населения, которые могут не потянуть те взносы, которые вообще положены в системе здравоохранения. Всю ответственность за них и взносы за них будет выплачивать государство. Это 14 категорий граждан, куда входят пенсионеры, инвалиды, дети, беременные, матери, которые воспитывают маленьких детей, участники войны, имеющие медали «Алтын алқа», «Күміс алқа» и так далее. Это весь вот перечень, который я говорил, 10 с лишним с миллионом. Кроме того, в эти 14 категорий входят и безработные, официально зарегистрированные в бирже труда, за которых тоже взносы будет отчислять государство. Вторая группа населения – это работодатели, которые страхуют своих работников и которые уже начинают отчислять взносы в фонд социально-медицинского страхования уже с 1 июля этого года. Третья такая довольно-таки ощутимая группа населения – это индивидуальные предприниматели, которые также начинают отчислять взносы с 1 июля этого года. Таким образом, за счет поступления вот этих всех взносов фонд аккумулирует все эти деньги, которые будут направляться только на диагностику и лечение пациентов. Разница именно в том, вот это очень важно, что если раньше налоги и отчисления от всех субъектов экономики поступали в бюджет, а из бюджета выделялся определенный процент на здравоохранение, теперь специальные есть налоги, так называемые взносы, которые будут поступать только в фонд социально-медицинского страхования, которые пойдут только на лечение наших пациентов. Вот поэтому в этой части существенна разница. Я думаю, что это позволит в ближайшей перспективе поднять наше здравоохранение на новый уровень, именно выстраивание взаимоотношений между пациентами и нашими клиниками. То есть сделать систему нашу пациента центрической. То есть в центре нашей системы теперь будет фигурировать только пациент и его интересы. Ну, если в двух словах, это примерно. Рик Рубинович, спасибо огромное. Ну и давайте мы вот после небольшой рекламной паузы разберемся, на самом деле, способна эта система поднять нашу медицину на новый качественный уровень. Вот это вот и будем обсуждать сразу же после рекламы. Мы
Смотри и слушай. astana.fm.kz. Астана радиосында жарнама. Қазақстан барысы. Астана қаласында 2 шілдеде Барыс Арена мұз сарайында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүлдесі үшін дәстүрлі Қазақстан барысы турнирінің ақтық сыны өтеді. Қазақ күресінен 7 рет ұйымдастырылып отырған теңдессіз турнирде аудандық, облыстық іріктеуден топ жарған апайтөс балуандар сынға түседі. Финалдың бас серіктесі Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры, әлеуметтік серіктес Самұрық-Қазына траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры. Бағың жансын барсын. Астана радиосының жарнама қызметі 553-796 553-392. Сенат республиканың заң шығару қызметін жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы парламентінің жоғары өкілді органының бір палатасы. Сенатта 47 депутат қызмет атқарады. Қазақстанның 14 облысынан және Астана мен Алматы қалаларының әрқайсынан 2 адам 32 сенатор сайланады. Сенаторларды таңдаушылар, мәслихат депутаттары сайлайды. 15 депутатты қоғамның ұлттық мәдени және өзге де елеулі мүдделерін қамтамасыз ету қажеттілігіне қарай Қазақстан Республикасының президенті тағайындайды. Республиканың барлық аймақтары мен Астана және Алматы қалаларынан сайланған 16 сенатордың 6 жылдық өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттарының кезекті сайлауы 2017 жылдың 28 маусымында өтеді. Дискуссионный клуб «Стратегия 2050». Площадка серьезных разговоров. Коллеги, ну давайте мы... Такая вот у нас первая часть своеобразная была, да, где Эрик Абенович очень тезисно рассказал о том, что ждет каждого казахстанца. Давайте я еще раз обозначу, что ждет каждого казахстанца, чтобы никто не пропустил эту важную информацию. Во-первых, с 1 января 2018 года каждый из нас становится... участником системы социально-медицинского страхования. Фактически это означает, что если мы не входим в одну из 14 категорий граждан, за которых платит государство, получать медицинскую помощь в поликлиниках, так как получали ее сегодня, мы уже не можем. Или же за нас должен платить работодатель. И у меня, знаете, у меня теперь вот такой вопрос к Кадыру Токтамысовичу, как к уважаемому врачу, человеку, который не один год занимается этим делом. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, как вы считаете, в той форме, в которой сегодня разработчики этой программы, разработчики этой системы предлагают пользоваться нам ею, она поднимет медицину на новый качественный уровень? Что получит вот простой гражданин от этих нововведений? Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, мы одно время когда-то начинали вводить, еще 95-96 годы того века. И вот, начиная с 2014 года, наши медицинские работники, наше Министерство здравоохранения собрало всех профессионалов, и очень долгое время мы обсуждали, каким путем пойдет казахстанский вот именно ОМС. Потому что путей очень много. На сегодняшний день многие государства работают с ОМСом и неплохо работают. И наши коллеги изучили все, значит, какие есть пути. Там, допустим, брали страны ОСР, высокоразвитые государства, и восточноевропейские государства, и ряд других постсоветских государств. И мы выбрали именно тот путь, который мы сегодня пришли к этому. Во-первых, вот сейчас очень хорошо Эрик Абен сказал, это социальный путь. Если в среднем, даже взять вот в финансовом плане страны Прибалтики, берут 9% налог, каждый индивидуальный налог платит, значит, страховые компании нашу, то мы ограничились только двумя. И внедрение, значит, обязательного медицинского страхования социального нашего начинается вот с 1 июля 2017 года, а завершается в конце 2024 года. Такой период времени мы должны все это слегка начать внедрить. Это первое, которое можно мы Москву. Второе. Если у нас сегодня 17,5 миллионов населения, то 10 миллионов с лишним остаются не в бюджете.
государство за них несет гарантированную, значит, медицинскую помощь на их охране, их здоровья. Вот оставшиеся 7,5 миллионов, 7 миллионов населения, которые будет из них, значит, мы выговорим, значит, самозанятые, там, не работающие, около там 1,5 миллиона до 2 миллионов. Но остальные это работающие население. И работающее население должно платить именно, значит, для, на охрану здоровья нашего своего собственного населения. А почему работающие должны платить? Принцип ОМС, вот, социальное страхование, это богатый платит за бедного, здоровый за больного. У нас есть население, которое мы сегодня говорим о них, это вечно живущих. Это с 20 до 50 лет население, и все мы были в этом возрасте. Нам казалось, что мы всю жизнь будем жить так, и всю жизнь будем здоровы, работоспособны, молодые и так далее. Но в основном сегодня 80% населения медицинская помощь оказывает больше старческому населению. Пожилые возрасты, они болеют больше. И лечить их становится нам все дороже и дороже. Поэтому, нося определенное количество средств, мы гарантируем себе завтра, когда мы тоже придем к пожилому возрасту, тогда в этот период мы будем получать бесплатную медицинскую помощь. Мы об этом должны сегодня думать. Mm-hmm. Хотя мы говорим, там объемы страхования не так уж большие. В среднем где-то мы начинаем со следующего года где-то около 14-15 тысяч тенге в год. Извините, если мы не хотим сегодня страховать свое здоровье на какие-то эти суммы, мы же страхуем даже свои машины, платим больше. И 20 тысяч в год платим, правильно же, вот страхуя машину. А почему сегодня должны заботиться о своем страховании и заботиться о своем здоровье? Здравоохранение сегодня, работая на бюджете, не выдерживает тот, значит, на сегодняшний день объемы, значит, подорожания системы здравоохранения по оказанию медицинской помощи населению. Он с каждым годом растет. И с каждым годом у нас хронически не хватает финансов. И поэтому, чтобы поддержать в финансовом плане систему здравоохранения, вводится вот именно страховые. Кадыр Токтанович, спасибо большое. Услышали от вас, что действительно эта система поможет поднять здравоохранение на принципиальный новый уровень. Но у меня давайте такой вопрос, он прикладной. Наступает 1 января 2018 года. У меня неожиданно начинает болеть голова. Настолько неожиданно, что мне приходится позвонить в скорую медицинскую помощь. Я звоню, но, к сожалению, я не платил за себя страховки, работодатель за меня страховку не платил. Что это означает? Это означает, что скорая ко мне приедет и откажет мне оказать эту помощь? Нет, если можно, я отвечу. Вот этот вопрос, наиболее часто задают. То, что вы говорите, скорая помощь, неотложные, экстренные состояния, они все будут входить в гарантированную бесплатную медицинскую помощь, за которую оплачивает государство, о чем сказал Кадыр Токтанович. То есть с 1 января 2018 года, если вы не застрахованы, то в принципе вы будете получать весь объем медицинской помощи, который сейчас оказывается, кроме плановой медицинской помощи. Все остальное, весь процесс, который вот и лекарственная жизнь, все остается на том же уровне. Поэтому вот этот период перехода на полное страхование, он будет растянут до 2024 года, и она потихоньку будет, этот пакет будет ужиматься. Поэтому и второй вопрос, много часто путают, то, что, например, пенсионеры, вот, как они будут платить, ну, я еще раз говорю, 14% категории населения не будут платить абсолютно, за них государство платит. Вся экстренная неотложная помощь будет оказываться в рамках гарантированного объема, то есть за них будет оплачивать бюджет. Поэтому каких-то кардинальных резких изменений не произойдет. Я бы просто хотел бы дополнить к словам Кадыра Токтановича, например, его клиника делает очень серьезные операции. Его клиника входит в пятерку лучших клиник мира. Это нужно четко сказать. И некоторые виды его операций, например, стоят свыше 40 миллионов тенге. Вот представьте себе, что эта медицина была платной. Это уже была недоступная медицинская помощь. Все эти годы полностью эти расходы брал на себя бюджет. И бюджет оплачивал каждую операцию клиники Кадыра Токтамыша, и пересадка сердца, вы об этом все прекрасно знаете. Вот теперь возникает вопрос, что
же нуждающихся в таких видах операций очень много в стране. Но на это количество людей, которые нуждаются, нужны деньги оплачивать клиники кардиохирургические. А на это средств нет. Поэтому вот именно самострахование позволяет изыскивать эти средства и направлять его по приоритетным направлениям и развивать такие точные высокие технологии, как, допустим, клиника кардиохирургический центр, нейрохирургии и так далее, такие высоконаучные центры. Естественно, они получат новый импульс для своего развития. Вот к этому вопросу, что получит наш. Ирик Каминович, все-таки давайте продолжим моделировать ситуацию. Окей, ко мне приехала скорая, все замечательно, но я не работаю, отношу себя к самозанятым, да, ну, занимаюсь, допустим, какой-то торговлей на рынке, и мне нужно прийти на прием к врачу. Прихожу я в поликлинику, начинают просматривать, и оказывается, что я, собственно говоря, не застрахован, взносы за себя я не платил. Соответственно, примет меня врач или нет, а у меня нестерпимо болит голова. Как вот быть в рамках этой системы? Я отвечу. Я просто хочу дорогим нашим радиослушателям всем сказать, во-первых, мы сейчас большую работу проводим, чтобы каждый человек закрепился за поликлиникой. В первую очередь должны закрепиться за поликлиникой, чтобы был в нашей системе. Но если даже вас в нашей системе нет, то вы, получается, бесплатную медицинскую помощь в виде как скорую помощь вы вызываете. Поликлиническую вызов врача на дом вызываете, правильно же? Вы идете в эту свою поликлинику, где закрепленную, вы там получаете бесплатную медицинскую помощь, которую как сегодня вы все получаете. За это платит государство. Государство оплачивает даже тем иностранцам, которые работают у нас в Казахстане, которые платят нам налоги. Это те же уралманы, допустим, они все. Все население, экстренная помощь на территорию, которая в Казахстане случилась, то они получают бесплатно. У нас есть договора между государствами, допустим, в любом государстве, значит, оказание экстренной помощи, значит, идет бесплатно и так далее, и так далее. Поэтому вы никогда не бойтесь и не думайте, что вы не получите медицинскую помощь. Но да. Потом, когда вы, допустим, вы хотите дальше планово там лечиться, приедете вы в стационар, но если у вас в системе завтра не будет, то мы вам не будем оказывать медицинскую помощь в плановом порядке. Потому что вы не в страховой компании, вы не застраховались. Даже вот тот же сегодня неработающий человек, должен, который не зарегистрировался, он должен пойти, зарегистрироваться, заплатить там где-то 1500 тенге в месяц, завтра это будет, наверное, такая сумма, или там 15 000 тенге в год, ну, он должен заплатить. А если ты не работаешь, то ты, идите как безработный, зарегистрируйтесь, тогда вы получите бесплатную медицинскую помощь. Надо все пути открыты, мы всем людям об этом объясняем. Но если вы совсем не того не хотите, ни этого не хотите, и вы не хотите ни регистрироваться, ни платить, ну извините, будьте добры, медицина будет оказывать вам только платно. Вы бесплатно не будете лечиться. Но не хотите лечиться, извините, да, каждый человек сегодня несет за свое здоровье сам. А социальная ответственность, о чем говорим? В первую очередь, человек должен сам отвечать за свое здоровье. Второй, за него теперь работодатель будет отвечать за каждого работающего. И третий, государство отвечает за здоровье. Он же 10 миллионов населения, государство полностью берет на себя. Это пенсионеры, это наши дети, это наши учащие, это наши студенты и так далее, по 14 видам населения они же получают бесплатную медицинскую помощь. А работающий человек в возрасте, в работающем состоянии, свыше, допустим, 15-18 лет, извините, вы должны, если пошли на работу, но вы должны носить, как работающий, вносить взносы, налоги. Он небольшой, где-то с 2019 года только 1% от зарплаты. Это разве много? 2%, может быть, будет к 2020 году. Вы, это самое главное, все задают вопросы. А это, говорят, накапливается? Да нет, мы не накопительный фонд, мы не пенсионный фонд. Мы платим за здоровье нашего населения. Вы платите сегодня за здоровье, которое лежат, лечатся больные. Завтра вы заболеете, за вас будут платить уже молодые. Здоровое население будет. Вот это суть. Надо людям понять. Кадыр Тутмович, спасибо большое. Развеяли мой страх. Значит, все-таки, коллеги, это очень важно. Это очень важно. И если нам понадобится неотложная скорая медицинская помощь, то есть с 1 января скорая к нам приедет, нам поможет, нас вылечит.
И если нам нужно экстренно попасть в поликлинику по месту жительства, нас точно так же врач примет, поможет, обезболит, в общем, олелеет и сделает все, чтобы у нас не было никаких проблем со здоровьем. Но, знаете, у меня теперь, наверное, вот такой вот вопрос. У нас здесь сидит рядом с нами представитель, скажем так, частного сектора, да, тех самых частных клиник, то есть не государственных клиник, врач-координатор медицинского центра МИИРИМ. Вот у меня сейчас не к нашей коллеге с МИИРИМ вопрос. А как вот будет дело обстоять с частными клиниками? Например, я плачу страховку, все как положено, вернее, работодатель за меня будет платить страховку, да? Но не хочу я идти в поликлинику по месту жительства, а хочу, например, пойти, ну, чтобы МИИРИМ лишний раз не рекламировать, например, хочу пойти в Дом здоровья в городе Астане, да, вот, где платные услуги оказываю. Вот как здесь быть? Могу ли я это сделать? Я хотел бы вот в этой связи очень интересный факт сказать. Вы знаете, сколько в МИИРИМе работает врачей, сколько врачей не хватает, какая у них заработная плата, какое у них оборудование и так далее, и так далее, да, вот. Вот этот весь комплекс вопросов мы не задаем ни РИМу, ни, допустим, Медикеру, Дом здоровья, всем частным компаниям, которые работают в городе Астане. Мы про них вообще ничего не знаем, но люди приходят, получают помощь и удовлетворены. Как ведь? Да. Но как только вы идете в государственную поликлинику, вы сразу задаете вопрос, почему нет эндокринолога, почему не работает оборудование, и так далее. Весь комплекс вопросов возникает. Вот это и разница между бюджетным здравоохранением и, допустим, страховым. Вот поэтому... Сейчас наша система, это нужно в кратчайшие сроки, нам нужно в следующем году создать условия для максимального вхождения в рынок всех субъектов здравоохранения, особенно частных. Сейчас вот Дана не даст соврать, потому что им же войти в нашу систему очень тяжело. Это надо целый пакет документов собирать, там потом отчетные документации и так далее, выполнять ту кучу приказов, которые, допустим, сейчас существуют для государственных поликлиник. Мы сейчас по поручению министра и премьер-министра убрали все барьеры. Нам хватает только лицензии, еще 2-3 документов, которые позволяют им дать эти средства, чтобы они оказывали больше помощи. И чем больше людей прикрепится, допустим, к Дане, то тем больше она денег получит. Вы идете и являетесь носителем денег. Вы выбрали поликлинику, вы пошли, за вами пошли деньги. Вы выбрали стационар, пошли в стационар, за вами пошли деньги. Вот в этом фундаментальное отличие новой системы от прежней. Вот, и поэтому я считаю, что вот почему не хватает врачей в государственном секторе? Потому что они набираются опыта и уходят, тот же МИИРИМ работает, потому что они там востребованы, там зарплата будет. А после того, как СМС будет введено, вы считаете, ситуация исправится? Мы когда выровняем условия для всех, когда начнется конкуренция, и когда мы будем платить больницам, поликлиникам по тем параметрам, которые имеются в частном секторе, когда врач будет напрямую от вашего визита получать прямо напрямую заработную плату от нас, тогда, конечно, ситуация изменится, их станет больше на нашем рынке. И тогда уйдут в прошлое вот эти вопросы, о которых вечно мы говорим, это очереди, грубость врачей, нехватка специалистов, нехватка оборудования и так далее. Весь комплекс, он должен уйти со временем. Ирик Ильич, ну это с ваших слов. Давайте вот мы послушаем все-таки, каково будет работать в новых условиях частному сектору, да, частным клиникам. Дана, пожалуйста, вот не могли бы вы все-таки прокомментировать ситуацию? С 1 января вводится уже как данность, да, обязательное социально-медицинское страхование. Как вы считаете, как будет частному сектору работать? Это благо для частного сектора или же наоборот? Спасибо за вопрос. Знаете, у нас в этом плане все зависит от качества. Видите, нам нужно именно собрать тот пакет данных, чтобы участвовать именно в СМС. А так, например, у нас в МИИРИМе есть пациенты как ГУБМП, так и ДМС по добровольному медицинскому страхованию, также и платные пациенты. Поэтому мы постараемся улучшать качество, набирать больше врачей высококвалифицированных, проводить больше качественных диагностических исследований, для того, чтобы привлекать больше пациентов именно по прикреплению, так как вы знаете, что вот с 5 июня с 5 апреля по 30 июня проходит кампания прикрепления к поликлинике «Свободный выбор». И благодаря этому вот каждый пациент, он определит свой статус в системе медицинского страхования, и тем самым для нас это будет все-таки большой плюс, я думаю. Но все же зависит, видите, от конкуренции между медицинскими организациями.
будет большой рост, и мы должны не отставать и быть на этом же высоком уровне, чтобы быть именно обслуживать помощь, оказывать помощь в рамках ОСМС. Вот вы сейчас очень правильные слова сказали, будет конкуренция. А вот скажите мне, пожалуйста, вот как быть с такой ситуацией? Например, я отношусь по району к какой-то поликлинике, и таких, как я, ну, примерно там около 100 тысяч, да, в округе. Но вот не хотим мы прикрепляться к нашей поликлинике, не нравится нам качество медицинских услуг. А вот хотим, например, идти в частную поликлинику. А как вот это будет регулироваться? Что будет с поликлиниками, да, которые не выдержат этой конкуренции, даже государственными? Что их ждет? Я отвечу. Я просто хочу сказать, на сегодняшний день у нас около 2000 поликлиник в стране государственных. Около 1926. Это частных. Завтра они все тоже будут участвовать в конкуренции в борьбе как государственные, частные, на выигрыш территории, на медицинское обслуживание. И те частные поликлиники, которые получат лицензию, врачи сертифицированы, оборудование соответствует и так далее, они будут оказывать медицинскую помощь наравне с государственными. А раз наравне с государственными, они будут заниматься то же самое. Это профосмотры, скрининговые дела, отчеты и так далее, и так далее. Почему у нас много населения, народу ходит в государственные поликлиники? Почему очередь? Потому что у них государственных обязанностей очень много. Потому что они выписывают рецепты. У нас около 47 видов болезней, которые выписывают государство бесплатные, значит, рецепты. С ними надо заниматься, диспансерными больными заниматься. Завтра они, частники, будут делать то же самое, что и государственные. Это значит, наша сеть лечебная расширяется, мы приближаем медицинскую помощь населению. Но если вы не хотите в этом районе ходить в государственную поликлинику, но если вы пойдете в частную поликлинику, а частная поликлиника заключила договор с ОМС, то, пожалуйста, вы там и обслуживайтесь, никто вам не претензий не будет предъявлять. Но если эта частная поликлиника не заключила договор ОМС, если эта частная поликлиника не прошла, как говорится, если отбор, то тогда будете этой поликлинике свое карман оплатить. Угу. И последний вопрос, который я задам перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу, знаете, будет чего касаться. Вот мы заговорили про частные клиники и про государственные клиники. А вот скажите, будет ли объем услуг в рамках страховки, да, зависеть от уровня моей заработной платы? Нет, не будет. Абсолютно не будет. Абсолютно не будет. В этом как раз и заключается солидарность. Независимо от ваших платежей, объема уровня, на выходе вы будете получать одинаковый объем и качество медицинской помощи. То есть, давайте все прикладным, да, путем будем рассматривать. Я могу пойти как кардиологу в моей поликлинике, к которому я ходил сегодня, которому я не платил денег. Точно так же я смогу пойти к кардиологу в частной клинике, прием которого, например, стоит сегодня 6 тысяч тенге, он меня точно так же примет в рамках системы страхования. Да, вы начиная вот с того вопроса, который вы начали, вы пришли и заплатили 1014 тенге. Ну да, разумеется, да, разумеется. Взноса, и получаете весь пакет услуг, который вам положен. Независимо от того, кардиолог или кто. Угу. И тот вопрос, который в продолжении, который вы говорите, что будет с теми поликлиниками, которые не выдержат конкуренции. То есть мы видим таким образом, что должна быть борьба за конкуренцию за пациента. И большинство, если пациента, допустим, которому вы говорите, выберет частную поликлинику, допустим, ну и государственную, ну она должна принимать меры по улучшению своего менеджмента, сервиса и так далее. Если не будут выдерживать, то, скорее всего, там в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче их в доверительное управление, mm-hmm. может быть, той же частной поликлиники, которая забрала у него всю население. Mm-hmm. Все теперь ясно. Ну что ж, коллеги, я хочу сказать, что у нас работает телефон прямого эфира 553353, то есть вы можете без проблем задать вопрос людям, которые непосредственно стоят сейчас за новеллами, с которыми мы столкнемся в рамках нашей системы здравоохранения. Без проблем звоните 553353. А сейчас, в принципе, мы уходим на рекламную паузу, после чего продолжим нашу беседу. Жыз қаладан басталады махаббаттың асқағаны лапылдаған жүрекке әлде серік керек пе
қалай сені кезіктірдім, бақытымды сезіп тұрмын. Астанамның ән жары, ғашықтардың тағдары. Өміріңнің салтанатын, қуанышпен айталатын ән қалыптасын. Самалыммен сарарқаның, атқан сайын арайтаным. Сенің нұрлы жүзіңнен бір жылылық сезінген. Қандай әсем осы кезең, толқығандай есілі сен. Таң атқанда арайлап, оянамын сен ойлап. Информационно-аналитический портал «Стратегия-2050.kz» совместно с радио «Астана» представляют проект «Дискуссионный клуб». Вопросы экономической, политической и социальной жизни страны. Каждую пятницу в 17.00 в прямом эфире «Радио Астана». Ведущие эксперты обсуждают самые актуальные вопросы. «Дискуссионный клуб». Площадка серьезных разговоров. Друзья, ну, у нас есть телефон прямого эфира 553353, куда вы можете позвонить и задать свой вопрос. А пока вопросы хотелось бы мне позадавать. Такие вопросы, которые, я думаю, волнуют многих. Вот скажите, пожалуйста, давайте максимально коротко обозначим алгоритм. Вот что сейчас нужно сделать человеку, чтобы знать, что гарантированно он будет являться членом системы страхования. Какие шаги ему нужно предпринять вот прямо с сегодняшнего дня? Ну, я думаю, сегодня, в первую очередь, это касается сегодня работающих. Те, которые первые вовлекаются в нашу систему. Это работодатель, который с 1 июля 2017 года уже начинает, будет платить страховые взносы значит, за своих работающих. Где-то 1%, да, начать с этого. И, конечно, вопрос о самозанятых, которые сегодня тоже должны, они тоже работающие. И мы сейчас четко уже определим, кто самозанятый, кто, значит, безработный и так далее. Вот эту всю структуру, над которой мы сегодня работаем, вот они. Первые пойдут они. И медицинская помощь всем будет оказываться на сегодняшний день как все одинаково. Вы не думайте, что прям, если ты заплатил, значит, и так далее, то должен получить какую-то льготную там какие-то услуги от медицинских работников и так далее. Медицина на сегодняшний день как шла, как и оказывала медицинскую помощь, она будет оказываться. Но я думаю, что те объемы, которые сегодня ежегодно
около 1 триллиона тенге, который бюджет платит, она будет платиться ежегодно. Но то, что мы страховым взносом будем платить фонду, это, я думаю, что это плюс. Медицине никогда не хватало много денег. И медицине сегодня не хватает денег. Мы хотим качественно получить медицинскую помощь. А как мы выйдем на качество, пока не будет финансов? Правильно же? И пути отработаны. Сегодня очень много, я просто объяснять дальше не хочу, но пути повышения, во-первых, качества медицинской помощи, значит, во-вторых, обеспечением материально-технической базы, там, подготовки врачей и так далее, качество лечения, там, протокола лечения и так далее, все новшество внедряется по всем европейским стандартам. Мы хотим европейский стандарт сегодня внедрить в себя, вот через ОМС. И мы внедрим, я думаю, что вот мы, медики, понимаем, что это приведет к хорошему, но понимание и поддержка населения должно быть самым главным. Самое главное, они должны понять, что если я вам заплатил свои деньги, он должен получить качественную медицинскую помощь. Правильно же? Да, согласен, да, с вами абсолютно. Его несет ответственность, раз деньги доплатят, и за свое здоровье, и будет требовать качественной медицинской помощи у медицинских работников. Сегодня он не платит, тот платит, он не платит, или нет такого. Государство платит, она уравнила, уравняла и так далее. А завтра пойдет уже другой подход. Угу. Ну, давайте через вопрос поговорим про европейский уровень, да, вот здравоохранения, который у нас будет. Но давайте поговорим про такую категорию, как самозанятые. Да? Достаточно загадочная для многих категория, да, людей. Самозанятый. Вот как вы сегодня идентифицируете этого человека? Кто этот человек? Вот продолжение, когда только начнем. Что, с чего нужно начинать? В первую очередь, Евгений, я сказал бы, ответил на этот вопрос. Так, во-первых, самое это в нашей системе не надо быть равнодушным. Нужно уже сегодня в рамках той кампании, которая сейчас проводится, в кампании прикрепления, нужно определить свой статус. Как определить свой статус? То есть, когда вы сейчас прикрепляетесь к поликлинике, поликлиника, в принципе, эта кампания уже завершена, определяет, кто вы, где вы, кем работаете, и эта база данных по стране уже сформирована. И вот те же вот 10 с лишним миллионов, ну, почти 11 миллионов, это те 14 категорий, они уже определены. Потом 4,8 миллионов – это те люди, которые работают постоянно, по найму. И за них уже отчисления пойдут, там особых проблем нет. То есть единственное, вам нужно, как сейчас вот пенсионный фонд, переводятся деньги. Каждый человек интересуется, переводятся деньги или нет. Просто надо периодически интересоваться. Если вас работодатель исправно платит за вас взносы, то, в принципе, вам беспокоиться не о чем. Самозанятые, там делятся на две категории, те, которые продуктивные и непродуктивные. Продуктивные – это те, о которых вы говорите, стоят на базаре, платят какие-то виды отчисления налоги в государстве. Те, которые исправно это платят, для них это незаметно, потому что бухгалтерия ко всем начислениям, которые они делают, делают именно вот надбавки именно на медицинское страхование, переводят на счет, и в этом тоже проблем нет. И те, которые не определились и которые действительно пока которых нет в нашей системе, их около 400-500 тысяч человек. Вот этим людям надо сейчас определиться и решить для себя. Или они пойдут и зарегистрируются на бирже как безработные, тогда за них будет платить государство. Или же пойти надо, допустим, в соответствующую организацию и зарегистрироваться как самозанятый и платить те же 1400 тенге, которые говорил кадр, потому что тогда он войдет в нашу систему и становится автоматически застрахованным. Угу. Вот, в принципе, весь алгоритм. Зарегистрируется в поликлинике. И да, пошагово, чтобы не путать людей, я всегда надо начинать со всего, с самого простого. Первый, визит поликлиники, в регистратуре узнал, что к чему, потом пошел дальше. Там уже все этапы, куда обращается человек, это КАЗ-почта, центры обслуживания населения и так далее. Все институты уже предупреждены, там все квалифицированно могут ответить на данный вопрос, какую категорию вы. Угу. То есть, друзья, собираемся, идем в поликлинике, есть вопросы, там на все вопросы эти ответят. И, наверное, у меня заключительный вопрос, он ко всем. Вот мы говорим про вот такой европейский стандарт, да, европейский уровень, к которому мы все стремимся. Вот на ваш взгляд, я каждому нашему гостю адресую этот вопрос. Вот как вы считаете,
Конечно, я знаю, что вы скажете, да, разумеется, система позволит достичь европейского уровня, но когда? Когда вот в нашей стране будет медицина не по отдельным отраслям, да, вот мы сегодня о кардиохирургическом центре говорили, что он в пятерку лучше входит, но вот в целом, в общем, у нас же принято говорить, что качественная медицина у нас в Германии, да, кто-то про корейскую медицину говорит. Когда в нашей стране после введения, да, системы социально-медицинского страхования будет медицина высочайшего уровня? Давайте. Когда мы заживем в плане здравоохранения так, как в Германии и в Корее живут? Когда у нас, получается, видите, каждый пациент сейчас будет отчислять определенные проценты, да, в фонд социально-медицинского страхования. У нас будет, естественно, накапливаться определенный бюджет, и каждая поликлиника, каждый медцентр, он будет использовать эти деньги, оснащать свой медцентр, более улучшать качество, повышать и интерьер. И получается, видите, благодаря этому, благодаря этим всем диагностическим обследованиям, которые тоже также, видите, можно будет, например, отправлять на практику за рубеж, принимать их опыт и все это самое проводить же здесь. Главное – это закупка необходимого оборудования и обучение врачей именно этим обследованием, да? И я думаю, что благодаря этому мы, надеюсь, до 2020 года, может, уже выйдем на этот уровень. Здорово. Ждать осталось недолго. Эрик Ивенович, ваш прогноз? Я привел пример города Астаны. Сколько потребовалось времени, чтобы Астана стала таким мегацентром, как сегодня? Да, ну, это буквально последние 10-15 лет, согласитесь, да, со строительством левого берега. Если будут созданы такие же условия, политическая воля у нас теперь в государстве есть. Если вот нормальные условия для развития рынка экономического мы создадим, то в течение, я думаю, 10 лет мы по всем показателям достигнем тех европейских стран, я думаю, по всем параметрам. Если уж не в первой десятке, но в первой тридцатке точно будет. Окей, спасибо, Кадыр Токтамысович. И ваш... Ну, это очень большой такой, знаете, трудный вопрос вы задаете. Но стремиться к тому, чтобы наша медицина пришла именно к европейским стандартам или приблизиться к странам ОСР, о которых мы говорим, ну, для этого, конечно, нужно еще время. И да что там далеко ходить? Вот 10 лет тому назад взять медицину 10-летней давности и взять сегодня, это... Небо и земля. Мы тогда не могли даже пересадить ни одно сердце, допустим. Мы всех своих больных отправляли за рубеж и так далее. Сегодня же высокая технология развивается. А сколько больниц, поликлиник построено в стране? Она же в период развития, она идет. Я думаю, через 10 лет она тоже, конечно, улучшится. Если поступит, конечно, финансовая сторона. Если экономическая сторона нашей страны повысится. И зарплата у людей повысится, медицинских работников. Они с пожеланием еще будут лучше работать. Сознание наших людей пойдет вперед. Они сами зарегистрируются, будут своевременно ходить в поликлинику, проводить профилактические осмотры, беречь свое здоровье, занимать своим здоровьем и так далее, и так далее. Это весь комплекс, без которого медицину поднять невозможно. Здорово. На такой мажорной ноте, коллеги, я предлагаю нам завершить нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное. Я напомню, сегодня мы говорили о системе социально-медицинского страхования, которая начнет полноценно работать в нашей стране с 1 января 2018 года. Так что с этого периода начнем жить по принципу «богатый платит за бедного, здоровый за больного». Всем желаю хорошего здоровья. Всего доброго. Дискуссионный клуб «Стратегия 2050». Площадка серьезных разговоров. Астана радиосында жұлдызда сана хит жерінен шет қалмайды.